Короче, я, похоже, запустил SDR Play в Linux. Оказалось довольно-таки просто. Правда, надо скачать бинарник. Вот это вот китайский Boss SDR, но и MSI SDR то же самое. Короче, они работают с бинарником программы GTRX, последним, который скачивается с сайта. И вам нужно просто установить драйвера, которые вы скачиваете с сайта SDR Play. Потом поставить их. Потом скачать именно бинарный файл последний GTRX. И в файле etc modprop.d, ой, blacklist.conf нужно забанить три драйвера, родные драйверы к вот этой вот, к микросхеме ТВ-тюнера. И все. Все, в принципе, работает. Ну вот я принимаю какой-то маячок. Вот вам УВБшка. У меня сейчас только КВ антенна подключена, так что будем шариться по КВ. И тут есть особенности. Заткнись пока. Есть особенность настройки. У GQRX почему-то отдельно выставляется частота дискретизации и полоса пропускания. То есть, сколько у нас 2 МГц стоит? Смотрите, сейчас я влеплю дискретизацию 10. А в чем проблема? Короче говоря, у вас может быть проблема из-за того, что здесь по умолчанию стоит значение 0. Давайте попробуем это сымитировать. И получается вот такая дичь. То есть у вас дискретизация на всю полосу, но фильтры работают только вот, ну, настолько узко, насколько могут. Поэтому нужно следить за этим. Выставляете. Давайте влепим пол. А где 10 МГц полосы? Или она мне не дает поставить, потому что у меня хиленький планшет? Ну вот видите, какая дичь. Сколько мы поставили? 5 дискретизаций. Ну давайте 2 МГц полосу фильтра влепим. И вот видите, все работает вменяемо. Аллилуйя, еще один повод остаться на Ubuntu пока.